Один из крупнейших в новейшей истории Турции массовых процессов начался во вторник в пригороде Анкары. На скамье подсудимых 486 человек. Их обвиняют в захвате авиабазы Акинджи во время попытки госпереворота в июле прошлого года. Для проведения процесса власти пристроили специальный зал на 1500 человек к зданию тюрьмы Синкан. Несколько десятков человек собрались около нее, чтобы освистать обвиняемых и потребовать для них высшие меры наказания. Некоторые из манифестантов были одеты в робы, напоминающие те, которые носят заключенные американской базы Гуантанамо. В середине июля президент Эрдоган высказался в пользу униформы для пучистов. Судебные слушания должны продлиться до 29 августа. Главного обвиняемого, оппозиционера и исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 99 года проживающего в США, на скамье подсудимых нет. Как и Адиль Оксюза, которого Анкара считает координатором путча. Прокуратура требует приговорить Гюлена и 44 его сторонников к пожизненному заключению. Завершившийся провалом путч был совершен 15 июля прошлого года группой солдат и офицеров. Его жертвами стали 250 человек.